Крюлянском районном совете обыски. НЦБК и прокуратура по борьбе с коррупцией расследуют нанесение ущерба бюджету при согласовании градостроительных проектов, а именно использование услуг частных компаний в ущерб муниципальному предприятию. В деле фигурирует администратор одной фирмы и несколько чиновников. Пока никого не задержали. Мы обратились за комментарием к руководству Крюлянского районного совета. Секретарь его председателя Павла Спыну заявила нам, что он в отъезде и нет никого больше, кто мог бы сделать заявление по поводу обысков.